Основная тема повестки дня – транспортная логистика в период проведения Мундиаля. Колл-центр создадут для удобства гостей футбольного праздника. Его операторы будут разговаривать на четырех языках и смогут ответить на все вопросы о работе общественного транспорта курорта. Также в ближайшее время заработает и городской интернет-портал для болельщиков. Запустят на курорте и мобильное приложение с информацией о маршрутах общественного транспорта. Обсуждали на совещании список туристических маршрутов на период проведения футбольного турнира, зоны питания, а также развлекательную программу. Программу в фан-зоне. Ее организуют на площади Южного мола морского порта. Площадка будет работать на безвозмездной основе с утра до вечера, практически каждый день, за исключением там нескольких выходных дней, которые будут и непосредственно для футбола. На этот период времени улицу Несербскую сделать пешеходной зоной, чтобы всем было комфортно, уютно. Курорт также готовится к встрече Кубка чемпионата мира по футболу. Сейчас главный трофей турнира путешествует по другим городам-организаторам чемпионата. А на курорт Кубок доставят 20 ноября. В течение 6 дней желающие смогут сфотографироваться на его фоне.